отскочила, полетела. Села, отскочила, полетела. Как зовут? Лиза. Та же Лиза. А? Та же Лиза. Та же Лиза. А если просто вперёд шаг сделать? Не получится? Что, можешь посчитать? Ready, set. Нет. А если просто так вниз полететь? Однофигово. Давай, давай, Лиза, ты сможешь, давай. Почему не получается? Почему у меня не получается? Я устала, да? А? Надо победить тебя. Вот маленький победный ход. Сейчас. Давай, Лиза, будет классно, будет классно. Лиза, не ссы, ну не ссы ты, господи. Нет, я, наверное, себя не переоценю. А если толкать будете, то я буду сопротивляться? Бля, нашла перед кем ссать. Три секунды. Так, подожди, сейчас, секунду. Сейчас. Надо прыгнуть. Обратного пути нет. Блин, на фоне солнца такая красота, а ты не прыгаешь. Какие кадры. Я не могу. Сама не могу вообще. Так, давай тогда. Снимаешь, встань. Нажми на запись. Погоди. Смотри, твоя задача сейчас руками тянуть руки и взять веревочку. Двумя руками. Взять веревку? Да, двумя руками. Двумя. А типа я буду на ней улететь или что? Нет. Подожди, ты не заснимаешь. Я снимаю? Да. Все. А теперь твоя задача подойти поближе. Еще ближе. Thank you.
Ай-яй-яй-яй. Ой, ёп, ты что, взорвала баллон, что ли? Пойдем. Никогда не было циклон до сегодняшнего момента. Ну, проигнала же. Камеру надо выключить. Ой, подержите, а то унесет ее обратно.